вы смотрите новости онлайн. В ночь на среду 11 октября появилась информация, что известный оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в возрасте 54 лет. Артист давно сражается с тяжелым онкологическим заболеванием. К счастью, позже эти сведения были опровергнуты женой певца. Супруга оперного певца Дмитрия Хворостовского, Флоренс, на своей странице в Facebook опровергла появившуюся в СМИ информацию о его смерти. Женщина подчеркнула, что ее муж в порядке и спит счастливо рядом с ней. «Пусть будут прокляты люди, которые пишут такие вещи», – заключила она. В комментариях к ее посту многие подписчики возмутились. Почему журналисты позволяют себе манипулировать чувствами людей? Непроверенную информацию распространила журналистка Елена Лаптева. «Ох, мне, конечно, очень стыдно говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Это только моя вина. Первый раз в жизни написала, не проверив». Лаптева заверила, что принесет извинения Хворостовскому и его супруге. О смерти артиста написала в своем твиттере и сенатор Елена Мизулина. Позднее она удалила пост, объяснив, что лишь отреагировала на публикации в СМИ. В июне 2015 года Хворостовский заявил, что у него обнаружили опухоль мозга. Из-за болезни выступления певца не раз отменялись. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!